Так, ну что, всем привет. Кто-нибудь в курсе здесь, что по тактике вообще? На средний, наверное, стартовать, да, надо? Время мне, короче, не очень. Пытался полдня что-то сделать здесь, но как-то не совсем получается, надо больше времени. Главное рейтинг здесь не похерить, которого и так нет. Блин, я даже не посмотрел, какая резина здесь обязательно. Блин, наверное, на жесткой по-любому надо ехать. Привет, Дэн. Опа, что-то у нас здесь вообще не так едет, как на квале. На корвете. Здесь корвет рулит. Блин, штраф, наверное, дадут. Ты что, дома, Дэн? Что значит пока куда-то собираешься? Сука, получил все-таки штраф. Он на жесткой, что ли, стартует, я не понимаю. Не посмотрел, ничего, какую резину здесь надо одевать, нихера не посмотрел.
просто включил сразу и поехал. Ну, не сразу, после того, как время круга поставил. Оставил я не быстро, не очень заходит мне эта трасса. Я понял. Продолжение, значит, все-таки. Я думал, ты вчера дома сидел. Ну а что лечиться-то тогда, если ты дома вчера был? Ну ладно, не важно. Движок, Дэн, не слишком громко. На пит-стоп поехал, он на жесткой был, значит они все на жесткой, скорее всего. А я тут на средний выскочил сразу. Thank you.
когда на пит-стоп-то ехать? Первый сейчас заехал. Интересно, что он одевает. Еще одну среднюю? Или сразу жесткую? Жесткую, походу. Надо следить за ним. На чем он там выехал? Ну нахрен ты жопу-то свою подставляешь? Кошка-рыба спереди. Рекламируют, что ли? Как мы тут сейчас залазить будем, чуваки? Я вроде никого не трогал. Этот теперь на средней едет. На Астон Мартине. Я понял. Давай, Дэн, давай. Саня, привет передавай. Опа, Астон Мартин штрафик словил.
Надо его теперь срочно обойти. Блин, еще и не догоню. Походу реально стартовать надо на жесткой. Смотри, как он четко едет на среднюю сейчас. Первый вообще ушуршал. Да, сложно мне его догонять на жесткой-то резине. Да, капец. Это ж надо было на последнем круге словить. Что происходит? Короче, нужно быстренько глянуть повтор, как они ехали. И заряжаться на вторую гонку.
А я четвертым, по-моему, стартовал. По-моему, да. Так, надо повтор посмотреть. Так, нас интересует первый. Да, четвертым я и стартовал. Так, он на средних. Ну все, значит. А этот на чем? И этот на среднем. Так, и после пятого, по-моему, вот сейчас на пит-стоп поедет. Ну да. Все жестко и до конца. Тоже на жестких, а этот на чем? Этот на средних теперь. А может, стоит на жестких попробовать стартануть. Но есть вероятность очень сильно отстать. Не, все-таки, наверное, реально самая оптимальная тактика — старт на средних и доезжать на жестких. Короче, понятно. Но первый-то на пит-стоп уже не поедет же, насколько. Конечно, зачем ему ехать такой отрыв? Просто без косяков, без штрафов, чувак, проехал. Первое место получите, распишитесь. Так, что у нас? Короче, среди друзей я третий. Говорю, не очень мне заходит Монса почему-то. А вот, вот результаты. Jaguar GT почти догнал топ-10. 1/10 ему не хватает. Ну, двух. Почти двух. Полторы даже. Ну, молодец, молодец. Вот. Мне сколько? 0,7 не хватает. Ну, целый день тоже сидеть, квалификацию проходить, как-то не вариант. Я и на Макларе не пробовал. Что-то нихера не получалось. Так, ладно, отойду пока.
где успел. Надеюсь, чисто. Блин, отставать нельзя. Иначе я их совсем упущу. Халид опять едет на жесткой. 100%. Ну, это у меня штраф заслуженный. Я тупо не увидел. Что, штраф не дали еще? Блин. Я чуваку гонку испортил. Но они там вилять что-то начали. Я вообще не видел, где. Мы подъезжаем к повороту, не подъезжаем. Он, наверное, сейчас такой злой на меня. Это тоже на жестких, что ли, едет? Грек, по-моему. Если я не ошибаюсь, во флаге. А с флагами у меня беда, если что. Thank you.
Что-то он там азот, что ли, врубил. Штраф. Это было ожидаемо. Все-таки на третий там надо проходить. Блин, а я уже почти к нему подобрался. Так, он сейчас на пит-стоп поедет, а я попробую еще кружок. А, он тоже поехал.
Че, когда на пидстоп-то поедем? Сейчас будешь заскакивать? Но этот на Астон Мартине третий уже догоняет потихоньку, на средний-то. Пора заскакивать. Быстрее, быстрее, быстрее. Бобы вам за что платят? Быстрее меняем. Вот вы летит, летит уже, смотри. Что-то я начинаю склоняться к тому, чтобы выехать на жесткой.
Ну и последний круг. Алена, иди к маме. Ну, бери, бери, бери. Пока-пока, Алена. Ну и, как обычно, по традиции, штраф в секунду в конце гонки. Да ладно, на Астон Мартине первый приехал. Все-таки обошел на мягкой резине этого чувака. Попробовать его тактику. Привет, Сафон. Увидел твое сообщение в Соньке. Ответил тебе там, а ты что-то, видимо, не увидел или что? Либо только сейчас увидел.
Понятно, понятно. А я тут пытаюсь Монсу победить. Блин, и штраф 1,5 секунды. Это херово. Жесть. Ладно, еще один круг успеваю перед гонкой.
что он там пишет? Hello, Халид. Не понял, что он написал. Если кто-то английским владеет, было бы круто написать перевод. Ох, ничего себе, где я стартую? 10-й? Халид, I don't speak English. Короче, стартую на жесткой. На жесткой стартую. 4 круга и потом среднюю. Блин, время по-любому надо улучшать, что-то ни хера себе с 10 места стартовать. Как-то несерьезно. А, резину же надо поменять. Девятый я уже. Погнали. Погнали на жесткой резине с 9 места. Thank you.
Ну давай, обгоняй. Мне слепстрим нужен. Походу нас сейчас подрежут. Проспал поворот, засмотрелся. Это что им там всем штрафы-то дали? Из-за меня, что ли? Или они друг с другом там бодались. Что это за война? Да. Ладно, мне еще два круга подождать. Потом я думаю, что буду их нагнетать с легкостью. Минута 46, это ж ничего себе какое время. Да куда ты поехал? Что-то пока что старт у меня на средний был намного лучше. Что такое, я не пойму. Все, наездился. Отъездил свое. Да, отрыв 10 секунд. Это зло, конечно. Почему они после четвертого заезжают на пит-стоп? А, на четвертом точнее, а не после него. Че, им хватает средний, потом до конца гонки?
А вот сейчас можно на пит-стоп залетать. Так, ну все, включаем азот. И надо срочно, срочно догонять всех. Так, 7,5 секунд. Но Ника вот этот вот РД, насколько я знаю, тоже ни хрена не медленный чувак. Испанец. Да нихера он втопил, смотри, отрыв только увеличивается. А, все, улетел, походу. Так, Ника одного обошел. Теперь моя очередь. Надеюсь, чисто. Не угадал. Да как корвет? Пока не очень. Пока не очень, надо привыкать. Да не то, что привыкать, точнее. Что-то как-то херово пока все идет. Две гонки проехал, там 4-5 место, а здесь теперь в жопе. Ну да, ты вовремя зашел, как раз я на последнем. Thank you.
По чуть-чуть приближаюсь. Ну и кругов осталось очень мало. Да, слепстрим. О, по-моему, есть. Уже нету. Минус один. Ничего себе, они тут встретились толпой. Ну ты что делаешь-то? Вот баран. Короче, нахер эту тактику, на мягкой игре, на средней резине стартовал, все четко было. Тут какая-то лажа. Восемнадцать ноль девять. Охереть время.
Нужно срочно смотреть, как он ехал. Согласны? Я думаю, да. Так, ну понятно, средняя. Сколько кругов? После шестого? После пятого? После пятого. Я делал. Опять средняя, а не жесткая. Жесткая, и все, и поехал до конца. И поехал до конца. Понятно. Короче, стартовать надо на средней по-любому. Так, поменять резину. Вот. И сейчас я подойду.
8-м уже. Вон Ника, видимо, пробует на всех тачках. До этого ехал на Макларене, сейчас на Мерседесе. Без квалификации, с последних мест. Так, ну надеюсь, сейчас будет лучше. Но вот это на первом месте еще тот дьявол. 18.09 общее время гонки у него было. Корвет в моде, да, Сафал? В последнее время в каждой гонке корвет в моде. Секунда вот эта вот спереди не может не радовать. Ну и сам словил. Круто, чем. Надеюсь, сейчас не дадут. Как эти штрафы задолбали.
Ты что, может, жестко едешь. Каждый раз, когда по этому бублику проезжаю, все время думаю, дадут штраф, не дадут. Хер поймешь, как надо ехать, чтобы было четко без штрафа. Да как они едут 46-700, это же охереть. Да мне за что, ну охереть просто. Его там швыряет, а штраф дают мне. Красавчик, чё. Thank you.
Так, ну пока что я на той же позиции, что и стартовал. Но это не есть хорошо. Сейчас, наверное, они поедут на пит-стоп. Или уже все были? Так, надо седьмого догонять теперь. Этот только выехал, резина холодная еще. Есть возможность оторваться. Хер там оторвешься. Кто-то после седьмого заезжает, среду нет, ни хера себе.
Вот это ты зря, конечно, сделал. Да куда ты все щемишься? Иди нахер. Щемится он. МММ. Пирамида финансовая. Сейчас не накаляет тебя, да? Сейчас я буду залазить так, что ты охерел вообще. Если догоню. Короче, как стартовал, так и приехал. Но на жесткой стартовать тоже не вариант. Этот опять 18.09 проехал. Он ехал по такой же тактике, как и я сейчас. Восемнадцать ноль девять. Я не понимаю, где они тут режут. Че, есть какие-нибудь варианты? Что здесь делать надо? Взаимно, Сань, взаимно.
Ну и что, у него получалось что-то? Давай время его посмотрим. 47-100. Да нет, тут что-то нестабильно в гонке, походу, я еду. Вот эти всякие стычки. Потому что чувак-то на первом месте нормально едет. 18:09 время. Есть, может получится улучшить свое время, что вряд ли. Здесь уже херня. Тут нет настроек. И это, Дэн, не чемпионат, а ежедневная гонка. Еженедельная. Сейчас я не знаю, еще может одну гонку, две прокачусь. Мне надо будет с ним связаться, чтобы... Короче, прийти к общему знаменателю насчет чемпионата. Посмотрим. Посмотрим, надо будет насчет тачки определяться еще. Блин, секунду отстаю своему времени. Ну, я смотрел на повторы, да переключаются все на корвете, по сути, одинаково. А где здесь тормозить в других моментах?
Тоже непонятно. Ну вот, пожалуйста, штраф сразу. Так, ну все, собрано, надо проехать.
Слава богу, без штрафа. Я уж думал, капец. Что-то я не понял, там у чувака был штраф и сразу пропал. Это что, читер какой-то, что ли? Вот спереди у кого-то из королев. Нужен слипстрим. А его почему-то нет. Почему я не цепляю? Ты видел, что он сделал? Специально взял вот этого чувака. Нахер так ехать?
Блин, теперь от этого отставать, точнее, отлипнуть надо. Но куда-то, куда? Алло, ну ты чё, зверинца съела? А? Полезешь? Что-то все дальше поехали без пит-стопа. Иди сюда. Чуть-чуть застрял. Еще один поеду.
Да, еще не лысая. Лысая она когда полностью красная. Еще какой-то протектор есть. Еще по зиме даже можно ехать на такой резине. Алло, не надо нажимать. Не нажимай. Алена, не надо нажимать. Да, херовая стратегия была после седьмого заезжать. Я же их теперь никогда не догоню. Бля, как это уже накаляет. Что в этой гонке придумать? Как тут быстрее поехать? Thank you.
А может попробовать, как тот чувак, я не знаю, там три круга на жесткой первых и остальное все на среднем. Пошел нахер. Может, действительно старт на жесткой, три круга и все остальное на средней. А что так тачки долго грузятся, я что-то не пойму. Из-за YouTube, ну из-за прямого эфира, что ли, или что? Да я не знаю, я как будто разучился на нем ездить, уже не знаю, корвет. А, научишь, да, Саня, меня катать на МКАДе? Это сколько, по правой полосе 40 км в час? Ну, то есть, как ты обычно едешь, да, с такой скоростью? Блин, а может на Макларене попробовать? Тут как-то на Астон Мартине еще едут, непонятно. Макларен, может, износ резины? Да в смысле, резина, видишь, изнашивается вот в правом, левом, в левом нижнем углу. Не сейчас, а во время гонки. И уже приходится тормозить больше. Так что давай, не гони там. Thank you.
Дэн, ты там рядом, научи его разговаривать. А то, походу, я чувствую, мне придется срываться, чтобы с глазу на глаз с ним побеседовать. Ладно, сейчас не разбегайтесь, подойду. А ты, я смотрю, юморист, Саня. Короче, три круга на жесткой. На жесткой. А остальное все на мягкой. Нельзя влететь туда, что ли?
Как всегда на девятом. О, спонсор чата появился на Макларене. Что у меня с рейтингом-то там? На месте стоит. Надеюсь, прокатит стратегия. Как всегда. Да сейчас обгонишь, когда я буду курить стоять. Вот сейчас целая секунда.
я-то тебе оставлял место, но что за привычка такая? Ты ослеп, что ли? Брюс Ли. Привет, Игорь.
Да пока все плохо. Не могу я эту монцу понять. Вроде ничего сложного. Три поворота. Что такое 150? А, да, Т-150 руль. Заезженный до дыр. Я пробовал такую тактику, Игорь, но что-то не заходит она мне. Сейчас три круга попробую на жесткой. И вот хочу остальную гонку доехать на среднюю. Не знаю, когда еду пять кругов на жесткой, какая-то беда вечно в гонке происходит. То штрафы, то крутанет. Да, работает полноценно. Сколько ему? Ну, года, блин, 2,5, может, чуть больше. Педалей уже нету. Пришлось поменять. Поставил Т3 ПА. Потому что те у меня просто пополам сломались. Сначала пружины полетели. Буквально где-то, я не знаю, через полгода. Может, раньше, я уже не помню. А потом просто педаль сломалась. Ну пластмасса, чё? Как она ещё себя может вести? Взял металл теперь, ну, после того, как сломались. Этим вообще похеру. Были косяки тоже по рулю, но я их сам устранял. Желтый флаг, да, хорошо. Особенно если это кто-то спереди развернулся. Это вообще четко. Че ты мне мигаешь? Мигать, что ли, полюбили там?
Ты олень или как вообще? Я не понимаю. Ну давай, буду мстить тебе. Если догоню. Даже если гонца тебя толкнул в сторону, чтоб жизнь малины не казалась. Класс. Зачет, по-моему, вообще. Блин, резина-то у меня уже мертвая. Ну что, давай. Сейчас будем бороться с тобой. Да чё грязные игры, ты видел, как он меня там тоже нормально обойти не мог? Выпихнул меня, главное, на траву и как бы считает, что это нормально. Я так и знал, что он это сейчас сделает. Не хочет по-нормальному человек ехать, что с ним делать? Я тебя вижу в зеркале, чувак. Все, вышел, походу. Мне нельзя по этой стратегии ехать. Резина умирает, вообще капец. Блин. Вот здесь вот красиво. Красиво он улетел, сбил все эти знаки, полет был нормальный. А ты что, Игорь, с ним попадал уже в гонки, что ли, с этим придурком? С которым у меня сейчас война была. Или видел его где-то еще? Короче, жопа, а не стратегия. Кто-нибудь знает, что-нибудь здесь адекватное в этой гонке? Тупо ехать 5 на средний, 5 на жесткий.
5-5. Ну понятно. Так. Так, так. Короче, наверное, сейчас будет последняя гонка. Скорее всего. Потому что у меня будет подготовка к чемпионату. Ну, после стрима. С напарником. Надо обсудить кое-какие моменты. Понял, а куда Ягуар GT делся? Был на первом месте. Чё за чемп? Wheel to wheel. Воскресенье в это первый этап начинается. Да, все, мне написал Леха, скоро освободится, но я успеваю еще одну гонку проехать. Вот. И на сегодня со стримом будем заканчивать. Че с рейтингом, я его не угандошил, там надо проверить. Да блин, на месте стоит. А, он себе ник поменял. SMM теперь Jaguar GT. Как он тут ехал, я хер знает. 1/10 реально ему не хватает до топ-10. Ну да ладно. Что с резиной? Давай, еду средняя, 5,5 жесткая. Кто организатор? Блин. Ну, они организовывают wheel to wheel. Там что-то при поддержке... Блин, короче, тебе лучше все прочитать ВКонтакте. Найди группу просто Wheel to Wheel английскими. Были отборы. И, короче, вот отобрали там 14 человек. Вот. И из этих 14 человек собрали команды. 7 команд. Не знаю, что из этого выйдет. По-моему, там без настроек тачки. По-моему. Если с настройками, то это жесть будет. Потому что я не соображаю, как их настраивать. Не то, что не соображаю, на это просто надо очень много времени потратить, чтобы понять, где что как поднастроить, и чтобы действительно от этого был результат.
сильно отстаю. Полсекунды. Ты понял, Игорь, что за чемпионат? Тебе написать или ты уже понял? Ну, найдешь его, в смысле? Да, там призовые есть. Первые три места получают призы. Денежные. Небольшие, но все равно победить хочется. Тот чувак, наверное, мне сообщение отправил сейчас, с которым я бодался в гонке. Обычно всегда после такой гонки прилетает сообщение неадекватное. 27-го фига начинается. Блин, нужно срочно рейтинг поднимать. И это хорошо. Блин, сейчас посмотрю, кто мне там написывает. Да, походу он там и пишет, но почему-то с другого аккаунта. Пишет на английском, но смысл я понял. Типа спрашивают, нахрена я так делал в гонке? Короче, типа я во всем виноват. Но я думаю, все видели. О, меня в лобби попроще засунули. Да ладно, чё, я в экстренных случаях, да практически никогда не писал, вот за все время то, что играю в Gran Turismo, по-моему, два раза я написал, не то, что писал, а просто указал, что типа, поведение там какое-то в гонке неадекватное или что-то такое, ну там, писать прям ничего не надо, просто сам выбираешь и все. Не знаю, у меня тут тоже были моменты, когда я жестил по-злостному, но меня же никто на месяц не блокировал.
Нет, я не помню. Я, может, тогда уже перестал за ним следить. Я даже не в курсе. Но напиши вкратце, что было. Но я понял, что забанили. А что произошло? Он там в гонке что-то беспределил. Я у него просто как-то спрашивал на стриме, типа, почему очень многие ушли в Ассета Корса. Он говорит, ну, как все, типа, я могу за себя сказать, мне больше нравится. Ну, как бы все, я понял. Так, ну надеюсь, без происшествий. Этого придурка здесь нету, я надеюсь. Хотя, если он на меня пожаловался, то нас вряд ли вместе поставят, я так думаю. Хотя хер его знает. Я еще никогда в такой ситуации в Гран-туризме не был. Я по-человечески тебе оставил место справа. Красавчик. Один ушел из королевства. Будешь толкать? Хорош. Теперь я понял, как они тут время ставят, минуту 46. А вот так, толкая, если в стримом догоняя друг друга. Толкнул и лезешь на внутреннюю.
Фрага ехал, так ты говоришь, вот так толчками ехали. Ну да, здесь много прямых, длинных. Поэтому, чтобы догнать, это хороший метод. Блин, штраф поймал. 100%. Еще и 1,5 секунды. Две с половиной. Сейчас, короче, пока до желтой зоны доеду, будет полчаса ожидания. Джинни меня догоняет, надо срочно в тапочек в пол. И этих как-то догнать надо. Постараться. Догнал. Сейчас посмотрим, поедут ли они на пит-стоп. Если нет, я тоже не поеду. А хотя... Хотя нет. Тактика есть тактика. Надо ее придерживаться. Все, по поводу Васи я понял, Игорь. Прочитал твое сообщение. Да ты
олень. Вот нахер они такое делают? Перед поворотом специально начинают прижимать тебя на траву, чтобы ты улетел. Ну это жестко на каждый поворот тормоза крутить. Это прям жестко. Но с моим рулем это точно не сделать. Это нужны на руле крутилки, чтобы можно было. Хлоп, перед поворотом быстренько крутанул, а тут с этими стрелочками замучаешься жать. Все, погряз в песке. Блин, я так и не посмотрел, здесь обязательно жестко одевать или просто никто не читал и думает, что надо жестко одевать. Надо зайти проверить. Какая-то такая гонка уже была, где было два комплекта резины, а одевать можно было только более мягкую. Ничего себе, там два первых улетели куда? На полкруга? Или это не... А, это последний. Ален, не надо нажимать.
Саня, не понял тебя. В смысле не вздумай на жесткую? Алена, иди к маме. Так я уже на жесткой, Саня. И похоже, она здесь обязательная. Я просто так ни разу и не читал в настройках. В сведениях о гонке, точнее. Алён, не трогай. Пока-пока. Пока-пока, да. Все, иди к маме. Не трогай. Не надо. Алло. Нет. Как? Все, нет. Как? Все. Где сведения о гонке? Мне прям уже хочется посмотреть. А рейтинг падает.
Рейтинг падает. Да, вот, видишь, требуемые шины. Жесткие и средние. Так, ну что-то мне пока не пишет. Может быть, я еще одну проеду тогда? Так, ладно, сейчас я подойду. Да блин, штрафы неохота ловить. И рейтинг терять тоже неохота. Thank you.
Ничего себе. Второй сектор. Значит, улучшать можно. До 46.0 может быть. Я думаю, может на жесткой стартануть. Все-таки. Хотя я буду очень медленный, да? В начале гонки. Все, эта гонка точно последняя. Я пойду тренироваться. Поставить жесткую. Да давай, похер. Думаю, все-таки оставить средний, Игорь. Блин, ну давай, ладно. Давай. Главное успеть. Все, не успел. Еду по такой тактике. Все, в аккурате, просто в аккурате. Погнали. Главное не отстать от него. Но он что, тоже на жесткой, или он просто не едет?
как-то он едет странно по левому краю после этого поворота. Уходит по чуть-чуть. Что-то тишина какая-то. Все замолчали. Ну, я понял тогда. Ну, ладно, помолчим эту гонку. Тапок всегда в полу.
Вон, на пятом месте чувак тоже на жестко ехал. Да, первого, наверное, будет сложно догнать. Хотя он, по-моему, тоже, да, на жестко выскочил.
Да не, я уже не догоню. 5,3 секунды. Осталось 2 круга. Да так себе заезд. Рейтинг видел какой? С А плюсами я бы так не поехал. Он еще как-то умудряется отрываться. Первый. Ну вот и все. Все, в общем, что, всем спасибо, смотрю, кто-то подписался, тоже спасибо за подписку, за лайки. Вот, на сегодня буду заканчивать, сейчас у меня будет тренировка к чемпионату. Так что, давайте, всем удачи, пока, до следующего стрима.